Справка 063 не обязательна для первоклассника. В связи с эпидситуацией временно она приостановлена. В этом году в области в первый класс пойдут свыше 19 тысяч детей. Прием документа ведется через портал EGOV.KZ и в бумажном виде. Прием в первый класс ведется с 1 июня. На сегодня зарегистрировано 10 178 детей. В каждой школе открыт уголок EGOV.KZ для сдачи документов. При приеме в первый класс требуется 5 документов, в частности, заявление законного представителя ребенка, свидетельство о рождении, паспорт 026, медсправка 063 и 2 фотографии 3×4. Стоит отметить, что при пандемии мы не требуем справку 063. Другая новость. Для абитуриентов поступить в колледж в этом году они смогут без экзаменов. Учитывается только средний балл в аттестате по предметам, которые нужно было раньше сдавать. Прием документов также ведется в электронном формате и в бумажном.